Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова ударная тройка суровых парней. Максим Шустрила, Григорий Жикшеп и я. Здрасте. Здрасте. Да, и сегодня здорово. У нас будет мега брутальное видео, в котором мы будем играть в гольф. Я вас не обрадую, тут уже какие-то два чувака сидят. А сейчас не начнут, короче. Видимо, так как в гольф играют мало народу. Видимо, очередь. Если кто-то создал, да, игру, то все к ним присоединяются. Ну, я попробую выйти, зайти еще раз. Вон, я хвост. Все, можно луна, кстати, меньше поставить, например, 5. Да, давай 5. Эта серия будет называться просто. Просто мясо. Муза. Просто блат. Смотрите, я запарковался. О, Джек Шепард гольф, естественно, да. Теперь у нас есть квартира, ребят, хотите вы сыграть гольф? Естественно, это только привилегия для таких успешных американцев, которые все здесь. Да, квартира у нас, конечно, просто, я не знаю, там... Атас. Реально, великолепная, огромный хоромы, стекло и бетон. Так это еще, прикинь, взяли дешевый вариант. То есть не самый дешевый, но дешевый. Я вообще-то говорю про то, что у нас... Давайте погоду какую-нибудь, этот, не дождь только, потому что это все-таки наш первый гольф будет. Запускай. А вон как кортекс как раз ушел. Давай. Он ушел в район. Красава. Короче. Ну, ребята, я вообще мастер игры в гольф, не хотел признаваться, я каждый. В чем суть этой игры? Забить палки, ими бить не друг друга. Бить по круглым мячикам. Подожди. Друг друга? Как это не друг друга? Гольф. Я же думал, я играл в гольф. Реди. А вы ставки поставьте, чтобы... У меня нет. Ну ладно, сейчас. У тебя нет? У меня мало денег просто. Ну я поставлю, допустим, на себя. Я на тебе 500 баксов поставлю. На себя ставить всем, чтобы было интересно. Я вообще не понимаю, что ты профи. Я думал, там людей забивать надо. Клюшка для гольф. Я-то не ожидал. Помню, однажды был в Vice City, да, и там было дело такое. Потом вот это вот, человек, когда говорит там, фол... Это не значит, что все, его надо убивать. Просто не обращаем внимания, идем к следующей лунке. О, хорошо. Парни. Тихо. Я не знаю, как. Слышь, я в Денди такую же игру видел. Абсолютно точно такую же. Я на телефоне сотовом играл. Году так 2006. Подожди, как бить? Собрались аристократы. Подожди, что за фигня? Изменить режим обзора можно? Так, я могу со своей стороны посмотреть. Артур. И резкий. Он улетел. Ну, кстати, неплохо сделал. Неплохо. 198. Новый рекорд. Хорошо. Теперь я, да? Давай, Артур, покажи. Так, какую же клюшку взять? Тут еще можно клюшки выбирать. Ну, как бы да. И что ты делаешь? Так, подожди. Ты как-то встал неправильно. Все будет хорошо. Выпрями, спину выпрями. Все нормально. Нет, все правильно он стоит. Спина прямая, наклон. Клюшку больше. Ой, я не профессионал в этом. Я ничего не знаю. Да в принципе обычным, да? Все. Ветер вон там справа, короче, плюс 3, это значит, он направо. Направо идет, да. Ну вообще, да. 4 надо брать, значит. Так, сейчас, секунду. Пора уже, пора. Ладно, выбрали самую, по-моему. Жесточайшую клюшку. Это просто... Я не ту кнопку нажал, извините. Господи, та. Не торопишься совсем. Оп! Ух ты. Ну, подальше, кстати. Еще лучше моего, ага, да. На пол сантиметра. Так, ну, как бы, это результат. Сколько? 202? 203? Угу. Во, в шляпке такой самый аристократский аристократ. Джек приготовился. Принялся для игры в гольф сразу. Один. Как бить вообще? Слушай, а можно нажать Select пару раз, и мы будем видеть себя. Вот я вижу себя, как я смотрю на Артура. Ну мы как раз про это говорили, что да, это так. Только я тебя почему-то не вижу. Можно выйти. Нет, выйти с пригода, не хочу, нет. Как бить? Оттягиваешь левый стик назад, и потом резко дергаешь вперед. Во! Все правильно, 7 раз отрежь. Вот это сейчас залепил. Нет, не так нормально, далеко. Это первая игра. Хороший удар, нормально. Мы же аристократы. Но. Так, сейчас... Подожди, а че он опять? Я следующий бью, я крутой. Ой, подожди, стой, не спеши. Ты главное не спеши, настройся. Посмотри на мяч. Джек Шепард. А я даже вижу. Джек Шепард спокойно, не нервничай. Все будет хорошо, Джек Шепард, не нервничай. Нам во флажок надо жить.
Все будет хорошо. Я ему сорвал удар. Идеальный удар. Да в дерево. Не-не-не, все хорошо. А, не в дерево, это у меня залагало. Машины ездят, что-то не очень. Я готов в лунку попадать в следующем. Сейчас Артур, наверное, будет бить. Нет, сейчас ты бьешь. Это как бы обратно очередь идет. Сложно сказать. Нет, но если по обратно очередь. Карточка. Сколько очков, ни у кого не. В деревья не падай, не попадайте, в песок не попадайте, из песка потом хрен вытащишь. Hole in one. Зачем это было переводить? Так, клюшка. Дырка в одном. Это большая, это маленькая, маленькая, девяточка, восьмерочка, семерочка, шестерочка, пятерочка, пять вуд. Тройка, семерка, туз. Давай, давай, не нервничай. Я вот пятерка. Ты не промахнешься. Промахнись, промахнись, промахнись. Слева на миникарте Макс крестик показывает, куда упадет. Ой, что-то слабенько вмазал. Очень слабенько. Да, еще и на говяную поверхность налетело. Угу. А кто-то будет выбить не играбельную позицию. Тебя выдвинули на ближайшую играбельную позицию. Наверное. Да. Так. Так, Iron 4, Iron. Пятерочка самая нормальная, короче. Все, все будет хорошо. Так, прицел. Ветер какой-то мне вообще встречный пошел. Он даже на ветер смотрит. Ненормально. Щит. Назад вправо идет. БКХ-шенька! Идеальный удар просто. Но ветер встречный, так что все в жизни не так пошло, как хотелось. Самым быстрым джеком. Я, кстати, дальше всех. Мяч перенесен на площадку. О, мне дают еще раз пробить. Сам такой в яму встал. Не-не-не, тебе тут дадут пробить, пока ты не забьешь, хоть ты там 100 ударов будешь наносить. Так, о, слышишь, я нашел кое-что. Только, да, 17. Получается на 6 серий где-то, да. Пошел. Вот, молодцы, смотри, уже в плюсах. Я хотел еще поближе в то поле попасть, зеленое. Ну ладно. Так, теперь я бью. Я не понимаю, честно говоря, последовательность, как это вообще все так делается. Ты, потом а я. Сейчас попасть прямо в ту, вот прямо во флажок. Сейчас потом посмотрим. Еще раз я. Так. Ветер еще плюс. Ветер плюс 3. Это, по-моему, не очень круто. Так, ну, в принципе, я готов. Я, блин, перебор. Ну неплохо, неплохо, не, неплохо. Тебе потом оттуда фактически удар будет. Знаешь, что я сделаю? Я вставлю музыку здесь. Тан, та дан, а у меня высокий трагедия. Овсянка, сэр. Жги, шкипер. Идеальный удар. Выкинь отсюда, короче, этот мяч, да? Ой-ой-ой! Ага, песок! А, слышь, вот теперь самое сложное у меня, потому что я не знаю, как. Мне дали ЛВ. ЛВ, она бьет по земле, по-моему. Специально маленькую клюшечку дали. Ох, неплохо, кстати, звёздок. Прям песок. Добро пожаловать. Есть, добро пожаловать в клуб песочников. Ну-ка, давай. Упади шар, а, что прикошет был. Дальше, да. Та-та-та, тихо. Сейчас спокойно. А вон, кстати, есть шанс. Слышь, только сейчас пойму, что я обью я. Твою налево. Джек, давай вылазь отсюда. Спокойно. Шапочку, шапочку убрать. Может, мне тебе мешаю? Вот, я вот так. Макс, пни его, пожалуйста. Пожалуйста, пни. На тебе, скотина. Воу-воу-воу-воу-воу. Что делает, чертяка? Выводящий удар отличается. Так, ну и из высокой травы бить. Да, Артур не сможет. Сейчас он прорвет, я еще это. Ну, бьет сейчас птицу в полете. Ну-ка, да. Давай, давай, покажи, ну-ка. Отлично! Ну, вы, я думаю... Давай, Артур, добивай. Ага, Джек такой стоит там на фоне. Да, такой. Может, говорит, не надо? Так, ветер, кстати, вообще печальный. Тебе надо правее брать чуть-чуть. Да. Так и сел профессионалы. Ага. Как профессионал профессионалу в гольфе, я вам скажу, что вам нужно бить чуть-чуть правее, МСИ. МСИ, сейчас, секунду, все будет. Мне нужно прицел маленько вывести. Да нормально все будет. Я там уже устал ждать. Оп. Трак! Слышь, а как ты по низу? Он сам по низу пробил, да? Не надо ничего. Да, это клюшка тебе такой выбирается. Отлично. Учитывая, что тебе ветер встречный. Ага. Плюс 3. Так что бей чуть посильней.
Двойной боги. Боги, боги это, по-моему, ты набрал больше очков, чем нужно, что ли? Короче, это не очень хорошо, по-моему. Не знаю, хрен знает. Черт, я порадовался. Джек, там вообще все просто. Тоже Петя такой же отлично. Джек! Как? Просто как? Бог. А у меня двойной, это у меня еще хуже, значит. У меня плюс один. А, ну потому что я же 7 ударов, за 6, а за 5. Так, продолжим. Подожди, в первом нужно было... Я хрен знает, короче. Но вы сделали... Я сделал на 5 ударов больше, чем нужно, что ли? Нет, ты сделал ровно. Тютелька сделал ровно. Тютелька в тютельку. А мы сделали, наверное, на 2 больше, Джек на 1 больше. Хотя это вроде как... Надо за 4 удара все сделать. Так. Это может быть увлекательно даже. Это хорошая игра. С какой-то стороны, да. Так, здесь дерево очень херово стоит, а тут песок. Как думаете, что хуже, дерево или песок? Бей между. О, хорошо. Если бы он через два песка перепрыгнул, чувак, это просто можно было бы хайлайт делать, да. Ничего, мы в том же положении. О, ветер чуть-чуть еще левее берется. Где я? А, вот вижу. Так, ну, в принципе, я примерно туда, куда хочу ударю. Давай, Джек. Так, кто? Ну-ка. Здесь, когда один играешь, можно между этими... Ну, это просто красавелла. Победелла. Ваш самый длинный драйв 236 метров, нифига себе. Короче, между ударами можно перемещаться на автомобильчике для гольфа, когда один играешь. Да. Сделал удар, и дальше едешь на автомобильчике для гольфа. Я вам больше скажу, здесь есть гонка на поле для гольфа, на вот этих мобильчиках для гольфа. Я вам даже еще больше скажу, здесь... Ой, мне показало. Ну ты вообще просто уничтожился. Монстр гольфа, самый длинный. Короче, этой клюшкой можно прицелиться в людей, которые здесь играют, их убить. Кинуть клюшку. Нет, не клюшкой, а мячиком попасть. Яблоко на голову поставить. Так, погоди, мы же тут все сзади стоим. А так, что-то мне подсказывает, что это будет не очень хорошо, потому что... Из песочка? Макс, с помощью селекта камеру назад отведи. Вау! Не туда ушло? Ну, ладно, лишь бы оттуда ушло, ты короче. Отвел, да, и что там? Что там, Джек, отвел? Селект, ну, тебе камеру покажут с твоего места, где ты стоишь. Да, я видел. А вы L2 R2 пользуетесь, нет? Нет. Нажимайте. Помогает. Это что-то дает? Ну, ты нажмешь, у тебя будет видно, куда мяч полетит примерно, и потом, переключая клюшки, ты можешь увидеть, как это все меняется. Смотри, что Джек творит! Джек просто... Джек... Джек, верни мне машину. Верни мне. Да, я не знаю, это хорошего слова для меня. Давай, Макс. R2 и вверх-вниз, вверх-вниз, короче, посмотри. Смог я, сможешь ты. Чуть-чуть правее возьми, потому что влево уйдет. Угу. Вот так нормально. Ой, а сейчас дерево как. Ну я попробую обойти его. Нет, ты сквозь ветки, я думаю, попадешь. Дай бог. Ты же про. Давай. Подожди, а что-то... А, он не бьет. Так, сейчас. Подождите, ребят, сейчас у меня... Это неторопливая игра. Никто не торопит тебя. Подожди. Давай быстрее. Так. Хорошо прошло, кстати. Да. И ушло. Нет, сильновато. Чуть ли не к корням. О, ненавижу эту игру. Дайте мне убить кого-нибудь. I hate this game. Это будет спокойная игра, ребят. Расслабьтесь. Короче, чем дальше клюшка бьет, тем она менее точная. Вот в чем тут самая загвоздка. Это факт. Слышь, я забыл сухарики. Хотя у меня есть, но я не буду, конечно. Или буду. Я не буду. Идеальный удар. Оливье ушло. Но ушло. Ну, примерно на... Ну, нормально. Хороший удар. Написано так, было идеально. Так, высокая трава. Блин. Сейчас буду такое делать. Такое буду творить. А ты можешь размахнуться, сделать поворот на 360 градусов, Макс, и в прыжке ударить. Это не хоккей. Подожди. А кстати, вон мы сзади стоим. Ну, кстати, как-то нет. Вообще никак. Теперь Артур, почему не я? Тебе нельзя, потому что иначе ты выиграешь. Выводящий. Ну-ка! А вот сейчас у нас профи. А, нет, это я. Где я? Воу!
полегче. Почему это произошло? У меня было. А, почему ты бьешь опять? Как? А, ну ему добить только и все. Боги. Три, блин, боги. Я думал, боги, типа, классно. Шепард. Блин, мне бы минус какой-нибудь сделать. Чтоб ты не попал, чтоб ты не попал, чтоб ты не попал. Погоди. Даже, Шепард, ты сможешь. Надо назад отводить или вперед, чтобы... Вперед, подавить? Вперед, зад, потом резко назад. Я в идеал ударил, да ну нафиг. Ну сейчас добьюсь. Ну да. Боги. Нет, пар, ты прошел туда. Видишь, у тебя даже был запас на удар. Макс, плоховато слышно. Да? Да-да. Черт. Бывает чё. Ну да. Это ЦРУ пытается наш переговор. А я думал, я плох. Вот Артур сейчас тоже будет боги, кажется. Да. Двойной бой. Я самый худший. Тут в матче. Я прошел на 4, но я даже в минус не вышел. Так, парни, следующая лунка у нас. Следующая лунка, три удара. Я бы на этой теме залип, кстати. Да, я говорю, когда уже протекаешься маленько, прикольно. Соревновательный момент. О, так тут можно... Ой, тут ветер большой. Да, плюс 5 в твою сторону. Хорошо. Нет, не улетай, не улетай, не улетай. Хрена себе, ты пробил. Да, ты хорошо. Ближайший драйв к флажку 7 метров, новый рекорд. Давайте, ребята, удачи вам. Сейчас ветер такой же. Следовательно, R2. Ну как профессионал, про почву просмотрел, да? Так, тихо, честно, вроде тут неплохо все. И оп! Ну, как-то да. Что лучше. Отлично. Ближайший драйв к флажку 4 метра. Ну вот на флажке у меня начинается проблема обычно. Мы с тобой можем в 2 удара закончить партию и в минус 1 выйти. Ну, мне минус 1 уже не катит. Ну, у тебя общее тогда будет плюс 2 так, вместо плюс 3. Хорошо. Артур еще левее возьмет. То есть я левее, да? Каждый чуть-чуть левее. Кто посмотрит это преимущество? У меня ветер сместился еще. Так. Смотри, только там в дерево не выходи, там можно. Все будет хорошо. Я надеюсь. Давай. Ну-ка, ну... Перелет. Не-не-не-не. Да, и такую траву. Густую. Джек, первый штурм бьет. А, Артур, да. Так, ну, я думаю, и нормальный будет. Че тут? Хотя нет, лучше вот так как-то. Обратно в другую. Мы не смеемся, нет, нет, мы не смеемся. Нормально, все хорошо. Все лажают. Да, так камеру на себя можно. Ой, тут дико далеко надо. Дико далеко. Ну давай дико далеко. Идеал бью. О! И мимо. Но я добью, по-моему, сейчас. Да, я купаю. Ну, 4 удара. Или сколько? Да, 4 надо было. 3 хватило, да? Вот жесть. Блин. А нет, стоп, раз, два, а да, я в 3 удара сделал. Капец ты. Я клёс. Не, я вообще в шляпе, Макс, ну, в курточке, в джинсах такой пришел, типа, ребят. Нормально. Ну я тоже добью, мне это чё? Да мадафак! Мне кажется, знаешь, если бы там был ты бы клюшку просто начал в газон попить. Пар. Выпустите пар, парни. Вот теперь, а теперь сложно. А теперь начинается геморрой. И тебе, нет, кстати, тут несложно попасть. Ну и у него, ему сейчас сейчас надо забивать уже. Да, два удара из 3 и... Нет, сейчас надо уже. О-о-о! Нет, все, боги, боги, товарищ. Ничья. Не, на самом деле у меня уже 4 удара было, так что... Двойной боги, думаешь? Не, просто боги. Боги, я же говорю, боги. Так, ну что? Уже правило прочухал. 4 удара надо, ребята, тут. 4 удара. Так, получается, у Джека Шепарда 13, у нас... С Максом по 15 очков. А если в меньше уложусь, то мне снимут, да, боги очки? Понятия не имею. Ну, должен. Слышишь, Джек? Ау. Я тут общался недавно с твоей бабушкой, она говорит, что ты отвратительно играешь в гольф. Прикинь. И она еще говорит, ты очень плохо концентрируешься в нужный момент, это правда? Особенно, когда про бабушку говорят, да? И бьешь, как девчонка. И клюшки выбираешь отстойные. Вообще, капец я.
И вообще ты проиграешь. Ну да. Джек, а мне она сказала, что ты купишь мне машину. Что-то между прочим. Слушай, нифига себе, ты видел, как ты обвел? Да, я смотрел на ветер и левее ударил. Вот ты даешь. Ты просто на читах. Я знаю, ну ты тренеры скачал. А да? сколько здесь пар? Детишки, 4 удара. Угу. Я в один почти все прошел. Теперь Макс. Да не, чувак, ну ладно, я, конечно, вмажу. Клюшку другую. Они тут не самую большую сразу ставят. Конечно. Да насрай. Хороший удар. Да, спасибо. Nice так, вам трубку. Я предпочитаю давать компьютеру мне клюшку. Так, ну как... А какая самая большая? Которая темненькая. Не, я понимаю. Шатенка. Вот Вуд, походу. Вот это вот. Да. Д, которая. Д? Ну, вон буква Д справа, видишь, на самом деле. Так, я сейчас рискну, потому что Д, она вообще тупо бьет, я в песок попаду. Но зато можно сорвать банк. Я ей ударил, рискнул. Сорвать банк. Ты сорвал. Очень плотную траву. Да. Это нормально. О, моя очередь. Точно надо будет какую-нибудь музыку поставить. Я что за такое молчание. Дикий кшон. Стой, стой. Хорошо, нормально. Вовремя на грине, отлично. Вовремя на грине заработал. Джек, там впереди озерцо, не хочешь ли ты туда лупануть? Ноуп. Чё-то не хочется. А ты попробуй. Чё-то не хочется. Да, я тебе говорю. Чё-то не хочется. Так, мне... Да. Вовремя на грине. Да пойдёт. Давай. Подожди, ты неправильно стоишь. Это Блэк. Может быть. Вот да, Джек, ты неправильно стоишь. Согнулся как будто, я не знаю. Профессионал, чертов. А ой, тут вообще вправо уходит ветер. Руки не так держишь. Рискнуть. Кто ж так бьет-то? Очки сними. Моя бабуля. Давай. Давай, не нервничай. Все будет хорошо. Ну, ветер больно сильный. Кстати, очень неплохой удар. Очень неплохой удар. Прямо очень. Только перебить надо будет, Джек. Завязанными глазами, да? Новые правила. Только мне о них не рассказали еще. Так, секундочку, ребят. Лунки я не вижу. Лунки нет. Лунка есть, вон она впереди там. А, ну, вот. Да. Ну ему это отображается. Ну нет. Да. Ладно. Далековато. Мне еще это с большего расстояния долбить. Тут же за 4 удара надо забивать, да, кажется? Да. А вот Джек может постараться и в 3. Джек Сарсавелло. Берди, птичка. О, и чуть-чуть ниже, чем идеально надо здесь бить в этой ситуации, чтобы он не перепрыгивал. Идеал даже не идеал. Я чуть-чуть поменьше ударил и попробую, Артур. Чуть-чуть. Ну и надо как бы на лунку наводиться. Ну как бы на лунку навело, но его плюшил. Да. Не лучший в мире. Фу, нормально, пойдет. Уже не хуже. Еще Артуру ж надо еще забить. А я, кстати, в ноль, походу, вышел, да? И я вот это, значит, в ноль. Ну и все. О, да! Такой! Пацаны, сейчас 4, потом 3 опять. Нет, 4 и все, и конец. А, 4 и все. Значит, мне надо вообще с удара забивать. Ну, типа того, да. Ну, хотя я попаду... Я не собирался бить, я даже не попытался. Жизнь говно, жизнь боль, Джек Шепард. Кстати, неплохо пробил. Да. Значит, не собирал бить. Не собирал. Научи меня так не собираться бить. Выбрать все собирался. Правее или левее. И нажал стик назад, и он начал размахиваться, я уже как бы ударил. Да это самая большая, да? Я профессионал, да. Но самая нечеткая. Можешь жмуриться, когда бьешь, все равно не попадешь туда, куда хочешь. Сила плохая, ну ладно. Что? Тонг-тонг-тонг. Ну, кстати, 221 метр как раз. Давай, Артур. Плюс 5. Один удар забить.
Артур, надо в один, да. Окей. Это физически невозможно, но... Хоть поржем. I don't even care. Хоть поржем. Я вообще стою в наушниках, музыку слушаю, мне нормально. Ты понимаешь, что у тебя нет плеера? Стас Михайлов? Это нет. В наушники шла музыка. Я через телефон. Ох ты, почти всех перелетел. Ух ты, меня перелетел. Жесткий. Четко. Вовремя на победу. На победу в Залунку. А интересно, какая будет награда за победителя? Там женщины, виски? Женщины и дети. А, не. Победителю купят машину. А, точно, окей. А если победить, есть машина, то он купит машину Артуру, да? Да. Правила, это надо понимать. Маркером написано. Тут купит. Вовремя на грине, нормально. Сейчас, если забью в один, то, может быть, даже Артура перегоню. Давай, Джек, не дай ему перегнать меня. Перегони меня сам. Да, Джек уже нас всех перегнал. Читер. Конечно. Кстати, очень недурнецкий. Да. Действительно. Но я думаю, что я с третьего удара не забью. После этой игры мы точно пойдем с другими игроками стреляться, я вам говорю, потому что я уже... Расслаблен слишком, да? Нет, наоборот, я хочу сломать что-нибудь. Плюс 5 в ту сторону. Все, мы же профессионалы в гольфе, что вот так? Ну, давай, кисуля, давай. Ой-ой-ой! Не-не-не, слишком большой прыжок. Да. Но все равно ближе, чем у меня, по крайней мере. Джек Шепард, пора решать. Палящим солнцем Лос-Сантоса. Слабо в одну? Я скажу, это дико сложно. Давай. Слушай, она прям по нему пошла. Нормально, очень близко, забей. Забиваю. Ветер падло, да? Yes. То есть еще было, есть еще два удара. Так, окейшки. Ну что, давай. Нет. И вот сейчас, и вот нет, сейчас ты будешь бить. А, ты в смысле там да. Не... Я понял. Да. Не слишком близко. Давай, Артур. Нормально. Я как гроссмейстер скажешь. Я согласен на ничью, серьезно. Кто лучше? Блэк, кто самое слабое звено? Ну я уже точно не проиграл. Блэк. У тебя такое пятно на щеке. Артур, там, да, Джек, его на, и Джеку Шепард в голову. Тоже не простил. Ну вот, собственно, и все. Че, все? Денег за это не дают. В смысле, все? У нас еще 6-я, 7-я, 8-я, 9-я. Нет, я закрыл их. Мы 5 лунок. Всего лишь 5 лунок. Ты хотел полную игру отыграть? Да нет. Ничья. Вдвоем. Ничья, два мы. 550 опыта, новый уровень. Е-е-е. Денег не дали. Джек Шепард, и тебя ненавижу. Да, сейчас мы сейчас выйдем за пределы этого гольф-клуба и поговорим. Кто уже смотрит запись, да? Ты поиграешь в гольф, в который я умею играть, да? У меня тоже биты есть. Так что мы еще и в крикет. Сейчас мячи найдем. Победитель машину, да, кто-то купит? Победитель купит машину мне. Победителю машину купят. Джек, вот веришь, я даже согласен на эти условия. Смотри. Видишь, машина зеленая стоит, она твоя. Вау. Моя машина и моя, нифига себе. Да. Так, все, я создаю команду Deathmatch. Я не хочу. Да, здесь нет перчаток. Ой, я не хочу ничего слушать. Чего ты биту-то достал? Перестрел. 10! Умей достойно проигрывать, воу. Штурмовая винтовка, прицел открыл. Надо пойти купить. И уехал, бросил нас. Так вы задание ищите, а я куплю быстренько прицел. Я ничего не ищу, мне норм. Поедешь в магазин? Поехали. Да? Нет? Да, поехали. И модификации для транспорта открыли. Виноград? Прикольно. Подожди, сейчас поедем. Джек. Не поедем. Голь честный. Великолепно.
Мне потом можно еще в тайне зарубиться. На самом деле, я считаю, было бы оптимально, если бы эта серия была чисто про гольф. Это было бы чисто такой тематической серией. Ну хорошо, давайте следующий. Давайте, наверное, попрощаемся. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что следили за этими ужасными ударами. Мне понравилось. Кровопролитно. Я ненавижу эту игру. Счастливо, до свидания. Да, всем пока. Было очень много мяса, очень много мозгов на стенах. То есть все как всегда. Всем пока.